Драган Черен, как человек, который единственный в этом матче отличился. Вот как все начинается для красно-белых в этой игре. Все пока бодрые и веселые, и вот здесь вот Жиго попадает по мячу, а затем по ноге соперника. Это пенальти. Здесь, кстати, ситуация адская, потому что я только сейчас на это внимание обратил. Там еще в опорной зоне бежали два футболиста Пахтакора, и не было никого из спартаковцев. Видишь, и Черен, и Дардиёк. Фалит Жиго, и Черен забивает с пенальти. Да, спокойненько, 1-0. Ну, я не скажу, что потом все как-то началось, да, и быстрый гол не часто меняет матчи. Что надо понять, как что работает, какой план. То не получались передачи, очень часто мяч летел на ближний угол, там не было никого из партнеров, сплошные соперники и, в общем, без шансов. Но Спартака за этот тайм, ну, на минимум 5 атак, которые можно назвать удачными. Да, естественно, не каждый из них завершал забитым мячом, но они выходили. Не, причем такие плотные удары в предел штрафной мяч находится, там касание, Роша, японцы, мы все это видели. Здесь, вот, кстати, тоже так настораживает момент, смотрите. Вот ничего особенного в стандарте в этом нет, но один центральный защитник, на него мяч, он и клюнул. Вот хорошая атака с участием Игнатова. Не получилось сделать передачу штрафную, но дальше смотри, что происходит. Ну, здесь, здесь раз, двух, просто навернул и ударил. Круто. Очень красиво. Посмотрим, мы же планируем показывать еще и другие товарищеские матчи с участием не только Спартака, но и Краснодара, Зенита. Матч. Нет, нарушение было. Петер Хюйстрам. По-наполеоновски смотрит. На то, что происходит у ворот Пахтакора последние минуты. Подача на дальнюю. Забивать надо и забивается. Роман Зобнин делает счет 2-1. Ну вот, когда команде тяжело, капитан приходит. Да, 87-я минута. 2-1 в пользу Спартака. Турнирная таблица. Да. Ну сейчас в лидеры вышли. Однозначно. Одна игра, одна победа. Радуется Соболев. Поздравляя Романа Зобнина. Ну вот, после стандарта забивают. Да, в нужное время, в нужном месте. Тут первым ударом можно было забить. Ну а дальше падает мяч на Зобнина и хороший рикошет. И главное, ничего Сайфиев не смог сделать. Не, ну мог в руки взять мяч. Концептуально. Было бы неожиданно.